Добрый день! Сегодня я хочу поговорить с вами о мостах Санкт-Петербурга, которые в нашем городе более 300. А если мы возьмем еще и окрестности, то их будет более 400. Мы с вами стоим в таком волшебном месте, которое называется в народе Семимостье. Считается, что здесь с одной точки можно увидеть одновременно сразу 7 мостов. И сюда надо приходить загадывать желание. Особенно актуально загадывать желание по этой версии 7 числа 7 месяца. Но мы с вами не просто так находимся здесь 8 августа 2017 года, когда мы вкупе получаем 3 восьмерки. 8 число, 8 месяц, ну и, соответственно, 17, 1 плюс 7 будет восьмерка. И я мотивирую свой визит сюда именно в этот день. Давайте вместе посчитаем мосты, которые мы с вами видим. Перед нами первый мост, Пикалов мост. Следующий мост, Могилевский, не помню. Значит, поворачиваемся и смотрим направо. Перед нами Староникольский мост, третий. Дальше мы смотрим, видим за фонтанкой. Можно прям так ручки поднять и сверху вот там туда показать. Это смешанный мост. Поворачиваемся нежно сюда, видим Красногвардейский мост. За ним вот там дальше видим, соответственно, Новоникольский мост. Поворачиваемся еще левее, видим Кашин мост. И за Кашиным мостом, вот особенно те, кто повыше, они могут увидеть, вот желтая машинка, видите? А, нет, желтая машинка идет по другому мосту, но не принципиально, по Кашиному мосту. Маленький мост, который находится между старой и новой сценой Мариинского театра. Я не помню, как он называется, к сожалению. Итого у нас получается 8 мостов. Более того, если кто-то еще выше, я ростом не отличаюсь высоким, но можно встать на парапет, и мы можем увидеть еще 9-й мост, мост Декабристов, который находится за старой и новой сценой Мариинского театра. Соответственно, сюда можно приходить загадывать желания каждый день. Особенно актуально сюда приходить 7 июля, 8 августа, ну и, в общем-то, 9 сентября. Сегодня я загадываю здесь свои желания, друзья мои. Вы можете прийти сюда в любой день, но лучше прийти 9 сентября или на следующий год. Пока!